Износ инфраструктурных сетей в Алматы снизят до 15% к 2029 году. Об этом сообщили в Комитете естественных монополий. В ведомстве также отметили, что добиться таких высоких показателей планируется в рамках реализации госполитики тариф в обмен на инвестиции. По словам специалистов, на сегодня почти 60% сетей требуют реконструкции. Чтобы устранить недоработки, в городе активно проводят масштабные работы. Только в этом году капитальный ремонт охватил сразу 12 объектов протяженностью больше 9 километров на сумму свыше 13 миллиардов тенге. Если ранее утвержденная инвестиционная программа предусматривала поддержание только износа, то есть оно не снижалось, а были возможности только поддержать износ, то сейчас с учетом выделенных дополнительных инвестиций будет именно направлено на снижение износа до 1%. По словам специалистов, работы на всех объектах завершены на 90%. Полностью уже закончить ремонт тепловых сетей планируют до 15 сентября. Мы провели уже гидравлические испытания до ремонтов по обратному по подающему водоводу до и после ремонта гидравлических испытаний и ремонт на них, а также по обратному водоводу до испытания провели, и в период с 4 сентября планируем после ремонта проводить гидравлические испытания.